находимся мы возле скотобойни, уже были там, и Наташа обратила внимание на хатка-чатка. Помните, она еще озвучила это. И смотрите, не просто так. Здесь была Мэрилин Монро. Не знаю, в раке, не в раке. Теплые пледики, и Наташа уже выбирает, что покушать. Ну что, выбрала что-то? Чатка. Ну прям хатка, и прям вот эти вот животные бедные. Что, люди кушают? По-моему, пирог. Я же говорю, что люди кушают. Так, что у нас по меню? Ага, суп 23 злотых. Сейчас быстро вам. Суп 21, журик 21, помидорковый 19. Так, а вам, наверное, не видно. Вот, приближаю, да, наверное, что я вам не то показываю. Так, а, ласки земляница. Я так не знаю, что это. А, как вареники, пироги, это да? Картофель. Вот, пироги есть. Кстати, пироги русские, не значит, что они российские. Это рецепт. Это рецепт польский. Так что здесь есть вкусные. Есть, господи, сбочницкие пироги. Четвертое, смотрите, пироги сбочницкие. Но я не готова пока еще, наверное. На этом. Русские, кстати, неплохие. Пироги с мясом, с запеканкой. Земляки – это картошка. Божек не знаю. Цибуля – это, наверное, лук, паприка и перец. Не-не. И сладкие пироги есть. Еще какие-то сбочинские, еще какие-то есть. Салатки есть. Не знаю, можно супчик, можно просто пироги. Так, якась кура, утка. Тут, наверное, показывается, из чего она сделана. Но менюшка прикольная. Вот с компотика бы еще. Боже, тут вина есть. Наташа, кстати, хотела себе шампанское, что-то я могу выбрать, да? Или девочку будем спрашивать. А какие-то пироги, я не знаю, супчик надо ли. Надо или не надо, сейчас посмотрим. Если ты хочешь английскую, надо со скануватом. А, у тебя есть? Да. Ну, давай. Потому что что-то надо. Не могу это не снять. Наташа 10 минут ждет очередь в туалет. Мужик какой-то зашел. Офигеть, говорю, постукай, уже человеку плохо стало. Принесли уже наши напитки. Вкуснейший компот ягодный и Наташин лимонад. Каждый напиток 10 злотых стоит. Но это 400 мл. В принципе, норм. Постукай, постукай. Человек там засел. Человек думает, он один здесь. Единственный туалет. Человек там конкретно засел. Ну хорошо, что Наталка прорвалась, ибо в туалете очередь. А вот и я. Такого прикольного окошка. Кстати, стекла нету. Раз. На плиточке. Сейчас попробую. Про компотик. Ягоды вообще классные. Еще Наталке не надо пробовать. Давай. Лимонадик такой смятый совсем. Надеюсь, она мне не прибьет. Ой, есть легкий лимончик. Но я такой не хотела, честно. Хотела компотик сладенький. Этот хорош в жару, хорош. Но хотелось чего-то сладенького. Сейчас ждем наши порции. И тут такая красота. Все проходят. Стекла нету. Все классно. Ну что? Ну, я сказала, что кисленький. А у тебя отбило чуть-чуть. Ну, а ну попробуй компотик ягодный. Какое все-таки яркое все. Класс. Знаешь, тут... А что тут? По-моему, тут весь сбор ягод, которые вообще могут быть. Не знаю, ну что-то очень вкусное реально. Я там сидела и смотрела вот на эти туи, или что, такая красота, знаешь, такая зелень. Даже ребята пиво это же. Наташа, кстати, рекомендует сходить в туалет. Мы с вами сходим, вон. Как только там очередь уже уйдет, наверное. Наверное. Сяду там и буду сидеть в очереди. Ничего там особенного, но очень... Все, ну попадаем просто в это помещение. Думала, буду сидеть в очередь, а нет. Девочка зашла только помыть руки. Ага. Наш туалет уютный, прикольный. Так, это туалет. Давайте закроемся, чтобы нас никто не беспокоил за съемку. Так, это все есть, уютненько. Угу. Бумажечка. Ну, прикольно, освежитель, все есть. О, даже прокладки, так сказала. Это да, это плюс большой, что прокладки есть. Ну еще нормальный такой туалетик. Опс, и закрылись. Принесла нам девочка, мы даже не успели оглянуться. Так, это стоит сколько? 44. Это 44. Это капусточка, ну, печеные картофели, да, такая себе отбивная, хорошая. А у меня вот пироги.
Так сейчас Боже, будем что-то с пророком, кушать и рассказывать. Сколько пирог-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять прилично. Десять? Это еще такая приличная. И это такая большая отбивнушка, поэтому, Наталья, давайте будете пробовать или я буду пробовать? Давай и ты. Давай. Ты так хотела пить вареников. Я так хотела уже вареников. В Эмиратах мы такое не поедим, поэтому... Разве что сами робить. Так, ну что, это проросшая Наташа, да? Я чуть не очень не Ты поедим. Попробуй, может оно это, смачное. Зелень тоже не люблю. Да ну тебя, ешь давай. Ой, мне пиво принесли. Покажи, кстати, покажи. Наташа увидела и заказала пиво. Червоный лагерь. Красный вот лагерь. Так, не знаю, есть? Будем это, будем попробовать. По-моему, картошка и что-то еще. Сыром. Сыром. А, сыром. В прошлый раз ели, да. По вашему с творогом. А ну як, оцени, ты уже много ела. Мне что-то тут очень так пахнет. Очень много начинки. Вкусно? Очень много начинки. А як это, тесто? Не глибке, нет? Может, трошечки глибке. Да? Такое, знаете, когда тянется. Но я очень хотела пирогов этих, вареников. И я готова их поесть. Не, от, классно. Классные, да? Классно, сейчас, реально классно. Чапну от Наташиной отбивной. Не понял, что такое? Для меня кусочек попробовать. Чисто попробовать. Что такое? Чисто для канала. Что такое? Свинина. Свинина исчезает. Свининка. Возьми картопельку. А капустку возьми. Не? Тушкована, не? Вкусная. Вкусно? Тоненькая. Вкусно этот хлебочек. Ну, Олечка все за мене розповіла, так що... Це класно, але зараз Наталка попробує картошечку. Подожди, я смотрю на пиво, у мене щось глаза відкриваються. Там 11,6 написано. Ой, я... ой, а, ні, ні, все нормально, 4,9. Ні, все нормально. Я вже серце остановилось. Я думаю, боже, нам же далі гуляти. Хорошо, що ми на ратушу, в принципі, вже піднялись. Не на ратушу, а на костел Ельжбети. Должно быть вкусненько. И стоит, значит, 16 злота. Ну да, но в магазине, наверное, дешевле. Значит, еще раз, это 44 стоит. Мое 44. Моя порция стоит 31 злотый. Компотики-лимонадики по 10, это я уже оглашала, и пиво 16. Ну такое, как квасовый такой, квасовый. Кстати, пахнет квасом, но очень вкусно. Дайте я понюхаю. А ну на, из этого, на. Пахнет квасом и такой вишенкой, знаешь, вишенкой, как... Как квас с чем-то, с какими-то с компотами. Ну что? Сейчас не распробовала, сейчас реально. Фига, пол-литра. Да, так что вот такой вот прикольный ресторанчик возле скотного двора. Вот там вот плюшки-звенюшки были, мы смотрели. Наталья, ну улучшите уже, как бы хочется кушать уже. Очень вкусно. Я понимаю, что вкусно. Ну вот что, вот пиво, квас, ягоды. Нет, ни пиво, ни квас, очень мягкое, не горькое, не кислое. Не вот это вот, не... я люблю спокойное пиво. Вот для меня это и это пиво классно спокойное. То да. есть запоминаем пиво, Наташе оно нравится, возможно, Наташа еще его попробует здесь. А там разные сорта есть, вот именно этой фирмы, я так поняла. Угу. Но есть разливное, но я в них ничего не понимаю, поэтому вот я на этой. Ну, давай еще картошечку, давайте, подтолкну к Наталеньке, давайте. Вы же пообещали попробовать. Просто у меня вареники, они сплошь с картошкой. Вот. Пока Наташа вот пробует, я еще свой вареник-то поем. Ты обрати внимание, еще розмаринчик, да, высподи. Прямо. А я всю зелень пострушивала, я ты, не очень знаешь, люблю. Знаешь, я хочу это, вот это хочу. Да, да, давай. Капуста должна быть вкусная. Вот это она пахнет. Вкусная, да, она такая не вкусная, умеет это делать. Кислая, сладкая, ну кислая. Вот, кстати, сладко-кислая. В этом случае очень даже нормально. Говори громче, не кислая в туалете не кислая слышно совершенно. Фен. Классно. А мне еще как картофелька интересно, там кусочек у тебя уже прям отломанный. А ты знаешь, мне кажется, это они сделали, ну как ее, в мундирах, а потом типа обжарили на гриле или что-то такое. Ну должно быть вкусно. Ну картошка как картошка. Не, ну просто может там amazing такое, типа как нет. Посолили, пересолили, что? Вот не скажу, вкусное очень. Вот реально посоли. Посоли классно, шкурка вкусная. Amazing. Потому что меня сильно всегда беспокоит шкурка в картофеле. Дайте, как я вам еще в блюдце залезу. Ой, друзья реально мои. Так посолили, что не хочется, нет, они не досаливать, не пересолено, реально вкусно. И смазка. Да, сейчас, знаете, 3.20, мы отдыхаем, мы уже столько сняли сегодня, вот все видео, что увидели про Вроцлав, мы сняли вот сегодня, начиная от нашего гуляния
А отель от завтрака, начиная от завтрака. Вот это мы сегодня, наверное, уже видео 10 сняли. Слушай, зря я на картошку гнала, реально. Такая вкусная. Знаешь, бывает сама картошка вкусная. Реально вкусная. Вот она, вроцлавская картошка. Ну и теперь еще по свининке ваши вот варианты. Но мне кажется, очень классно, потому что она такая тонюсенькая, хорошо сделана. Сильно как вот не жирная. Вот для меня важно, чтобы она не сильно жирная была. О, вот такой машинки поехали, экскурсионные. И люди гуляют. Ну, Вроцлав, ты красивый. И свинина. Отличная. Свинина. Мягкая. Опять же, не пересоленная. Порция здоровая. Да, тут, кстати, в отзывах было всего 4,2, да, что нас удивило, но мы все равно здесь сели, что порции здоровые. Здоровые порции. Так посмотри по вареникам. Всегда, по-моему, 8 штук. Вот сейчас поставлю к Наташе, чтобы красиво было просто. Да нет, это пророщенное. Что это? Пророщенное? Ну, давай, вот. Как просто забирается все. Ой-ой-ой, все забрали. Ну, забирай, конечно, зачем я что-то не ем. Зря. Вкуснота, да? Вкуснота ляпота. Это редиска. Ну, потом еще Наталенька у меня здесь доклюет все. Это пророщено как редис. Я тебе верю, я тебе верю. Это очень вкусно. Все, друзья, кто сейчас кушает, вам тоже всем приятного аппетита. Очень вкусно. А мы наслаждаемся. Дякую. Кстати, чтобы делать видео полным, мы снова вернулись в хатку. Проголодались, вернулись в хатку. Ага, Наташа заказала себе томатный суп, да? Да, с макаронами. Сколько он стоит, не помнишь? Я зараз скажу. Да, и дальше показываем красоту щечки, свиные щечки с перловкой, с бурячком. О, а бурячка? Ну, и уже Наташина любимое пиво. По-моему, 16 злотых оно стоит. Ну, сейчас про что? Про супчик? Ну, вообще, все здесь, расскажи. 19 злотых. И у меня компотик. Так, 19, а это 51 стоит. Это 51, то, что я... Пиво 16, по-моему, компотик 10. Но я взяла то, что Наташа взяла в прошлый раз. Свининку со вкусной картофелькой и капустой. Сегодня мне прям захотелось поесть вкусной свинины. Вот мы и вернулись. Место классное. Мы очень-очень устали. Очень жарко. Второй день ходим. И пересидеть вот именно эту жару нужно только здесь. Потому что не жарко. Я просто, ну, я же говорю, мы шли уже. Я думаю, что у меня в блайзере просто солнце и прибьет. Очень хочется, чтобы Наташа попробовала все это. Но тут просто не блюдо, это блюдище. Кстати, Наташа в этой вот кофточке, да? В рубашечке. Купили все. Когда Наташа 5 футболок. Ой, 5 рубашечек себе в Дубае купила. И носит их, носит. Классно. Носит, классная, легенькая. Вот. И пиво Наташа говорит очень вкусное, очень красное. И вот девушки вот там вот мы уже подсмотрели. Они тоже пьют. Тоже пьют такое пиво. После сегодня какой бокал принесли красиво. Угу. Вообще. Красота. Я пробую. Ну давай, просто интересно, действительно. Я журик не захотела, я думаю, что я наемся этим. Ну я думаю, ты не откажешься от этого супа. Ну я попробую, и, да. Ну, классно. Я могу попробовать пару ложек, но у меня такая порция, ну, ребята, извините. Вот моя рука. Посмотрите, моя рука – это вот свининка. Ну, в прошлый раз мы уже показывали. Но раз зашли уже, думаю, надо новое блюдо показать. А это вот щечки, бурячок, и даже перловочки захотелось. Это мне по виду, это как кровянка, не? Ну, я не знаю. Но это свиные щечки, и стоит оно сильно прилично, так скажу. Очень прилично. Я думаю, это перловка, это будет вкусно. Готовили минут 35. Мы ждали. Да? Ну, все супер. Может, только перловка? Радует, что вот перловка именно удалась сегодня. Вот еще щечки. Ой, какие мягкие. Ты просто их, она просто растаяла. Что за щечка такая? Ну, как? А, это вообще, ну, потому что очень мягенькая. Просто Наташа и вилка, и просто вот... Что, щечка просто распалась в щечках. Это очень вкусно. Это как из холодца. Но я такого просто не ела сейчас. Я такого не ела. Это как из холодца. Мясо, но вот понятно. Ну, ага, все, я поняла. Смотри. Да, вообще. Интересно. Обалдеть. Ну, бурячок как бурячок, да? Ну, подожди. Ну, то есть все сейчас. Вот, ревизор Наташа сейчас все попробует. Ням-ням. Да, ням-ням. У нас, кстати, бурячок на завтраке тоже есть. Наташа тоже пробовала. Я его наворачиваю, да. Говорит, вкусно. Да. Ну, вот такие вот у нас блюда. Тоже вот такие у нас блюда в этой хатке-чатке. Рекомендуем. Это такие очень классные вкусные заведения. Ну, цены нормальные, в принципе, что. Вот она, чатка-хатка.
И классный такой просто здесь продувной сквознячок. Вон уже скотобойный двор, где тоже мы с вами гуляли, делали видео. Скотный двор, да. Скотобойный. Просто очень важно здесь реально просто отсидеться в жару, потому что жара в конце августа во Вроцлаве просто немеренная.